Ulan arkadaşlar, fazla gene takta bakıyorum yine metal bakımda. Bakın hadi cemal orta sevgi çarşıda iki yıldır matbaa tanıcımanımızı devam ettiremiz ve matbaa tanıcımanın ikinci kısmında metal cemalası Boğaş Murabbi'ye iştirak yaptı. Asovski, İnan Anatoliç. Спиро, ваше мнение об игре, если у вас есть вопрос, потом переведем на вопрос. Для нас игра получилась тяжелой, за удалением на третьей минуте, на четвертой. Тяжело пришлось, ребята постарались, выложились полные. Конечно, вот это удаление спутало все наши карты, нам пришлось перестраивать свою игру. И, конечно, индивидуальные какие-то ошибки, вот, свет желания, наверное, нас немного подвело. И, конечно, моменты, которые у нас возникали, надо было реализовывать в конце игры. Когда выходили в контратаку, три хорошие момента было у нас. Надо реализовать было, и еще одна подвод была совсем другой. Хорошо. В итоге результаты мы довольны или как? Результатом нет. По игре сказать, что надо работать, еще очень-очень много работы. Конечно, результат нас не приблизил к Локомотиву, мы также остались на тех же позициях, можно сказать. Мы приблизились только к Бунеткору, получается. А с Локомотивом, можно сказать, что игра сегодня шла за 6 очков. Поэтому результат, я думаю, ни нас, ни Локомотив не устроил. По качеству игры, конечно, я думаю, и у тренера Локомотива есть претензии к своим игрокам. Ну и у нас. Но у нас ребята все-таки выложились. Сказали, что они крепки духом и постарались все-таки достойно завершить этот матч. Насчет красного парча, ваше мнение, там... Я еще не смотрел, это игровой эпизод, но у вас ВАР посчитал. Значит, посмотрим, разберем, конечно. Сейчас, он не со злого умысла, это все-таки игровой момент. Заслуженно, может быть, желтый был. Надо все-таки смотреть, разбираться. Как больше. Довольны ли вы новичков команды? Ну, любой тренер, наверное, недоволен, но хотелось бы лучшего, да, и как всегда, вот в последней игре времени не хватает, да, уже поджимает, а времени нет, также по качеству игрока. Вроде ребята неплохие, но им надо время, чтобы они раскрылись. В обороне, да, сыграли достаточно хорошо. Анатолич, вот вас недавно назначили как главный тренер. Немного прошло, и как вы считаете, хватает ли вам время держать команду в Суперлиге, то есть остаться в Суперлиге? Ну, как говорится, время покажет. Будем работать над этим, конечно. Для нас каждая игра как финал, можно сказать так. Мы бились сегодня за 6 очков, будем биться в Джизаке, будем биться и так далее. Каждая игра для нас финал. Поэтому, чтобы сохранить место в лиге, нам надо как прибавить как в качестве игры, так и в результате все-таки. 1-1 меня не устраивает. Пожалуйста. Мы сегодня потеряли очень много минут из-за ВАР. Как вы считаете, убивает ли ВАР красота футбола? Я думаю, да, можно было обойтись без ВАР. Все-таки нерв игры, он должен присутствовать. Да? Так, нам пришлось 87 минут играть от обороны и стать в контратаке успеха. Но если бы состав был 11-11, может, команды показали совсем другой футбол. Все-таки нам пришлось закрываться, закрывать зоны и выходить в контратаку. Мое мнение, то, что ВАР замедляет действительно. Палка одна в конце. Кому-то плюс, кому-то минус. Вот мы пенальти заработали, так, можно сказать, через ВАР. Удаление через ВАР. И плюс, и минус. Но нерв игры он должен присутствовать, поэтому, на мой взгляд,
только через два. Желаем в следующих играх удачи. Вам успехов в первую очередь, вашей команде успеха. Спасибо. Думаю, сохраним место. Спасибо. Удачи. Спасибо.